Йоу, очередной обзор. С вами Паркер. Сегодня у нас очередной про с паблика. Ну как про, такой выблядок, конечно, мясной. Вот, ну достаточно веселый. Мне его заказали, слезно попросили сделать бастет на данного персонажа. Еще карта такая, если не ошибаюсь, The Berserk называется. Вот, ну не дев-карта, да, на самом деле. И здесь вот смотрите, оп, типуля у нас заранее от гранаток так уворачивается, да. Еще и когда они не вылетели из-за стены, в щепочку тут пытается коцнуть. Вот, ну веселенький такой, да. Вы уже, в принципе, понимаете все. На самом деле, после вот этих моментов... О, угадали, так, здесь направо надо посмотреть. Ну, видно, что он мясной, да, смотрите, еле-еле убивает. Вот, но это бы еще ладно, там, моменты, когда он с МП-5 там будет простреливать стены, это тоже, наверное, прикольно, на самом деле, выглядит со стороны. Вот, смотрите, да, момент такой, ага, увидел модельки, прижались к стеночке, так, ага. Ну и здесь уровень, да, угадываем, смотрите, моделька спустилась вниз, он прицел вниз, и потом снова моделька поднялась наверх, он снова поднял прицел наверх. Ну, тут, собственно... Такие еще не очень такие не сотые такие моменты, да. Здесь, смотрите, как выходит на модельку, смотрит, которая за ящиком. Ну, наебался. Ну, бывает, но... Че ж теперь? Ну, посмотрел в ящик. Ну, блять, дефолт. Ладно, дальше смотрим. Выбегает такой. Ага, зачекал типов. Такой на префе уже там пытался кого-то коцнуть. Ну, так как мы немножко криворукие, у нас это не особо и получается-то. Вот, смотрим дальше. Бегает постоянно. Ну, вообще, в принципе, не одупляет, что происходит. Увидел модельку, сразу оп, так, ага. И здесь на префе. Ну, стандартно. В общем-то, такие ситуации, что бегает типуля, тупо ориентируясь на квадраты. Да? Здесь, смотрите, такой выходит. Ага, так. Тут уже у нас такой покосал. Видел, там много их. Не полезу. Такой, ага. Тут побегаю, что-то посмотрю. С ножичком он все время бегает, это нормально для него. О, здесь, смотрите, увидел модельку, такой оп-оп, такой сразу прижался, повернулся. И уже на жопе, блин, уже на контрол уже такой садится и чекает типулю. Вот, смотрим дальше. Вот, кстати, типичный такой момент, на самом деле. Такой берет с МП-5, пытается прострелить модельку, да? Ну, вообще классно. После вот этого момента уже можно, в принципе, дальше не смотреть. Но дальше у нас будет веселее момент, на самом деле. Смотрите, берет фотку. Такой хуяк. Ага. Смотрите, тут все заранее такой. Оп, от гранаты, блядь, отвернулся. Нормально. Ну, тут через смок. Ну, тут, может, даже видно, я уже не знаю. Ну, суть в том, что он у нас не в дефолтной карте всегда ловит неебические тайминги. Вот это вот вообще классно. Ну, здесь сейчас момент вообще будет классно, смотрите, да? Заранее. Думаю, моделька сейчас выйдет. Вот, но она, к сожалению, у нас не вышла. И мы с ВП стреляем заранее. Здесь мы демонстрируем сумасшедшую реакцию. Для такого вот мясного персонажа он у нас пытается ловить на пиксели. Пробегающие, мелькающие головы, да, типов. Смотрите, ну, поймал. Вот, ник у него какой. I'm Flur. А, нормальный. Вот, смотрим, да. Бегает, бегает у нас, типа чекает. Ну, надо же для вида-то создать, как бы, такую, как бы, показать, что я там, смотрите, чекаю. На самом деле, смотрите, увидел модельку. Ой, так, она не влезает. Так, и там, типа, и так, все. Смотрите, тайминги. Так, о, двойной зум включаем. Как раз в тот момент, когда убегает тип. Такой, угу. Так, что там, у нас не дергается тип-то справа? Не дергается. Нормально, пацан, все нормально. Здесь двое. Так, контролим, но зумом. Все, о, включаем зум, как только моделька выбегает. Так, следующего. Аналогично тоже ловим на реакцию. Все, там справа никого нет. Снова слева, ага. Вот, пытаемся взять на реакцию. Смотрите, да, здесь еще вообще заранее. Моделька только-только появилась там, край плеча. Вот, ну такое, тут даже, я даже думал, комментировать, не комментировать данный бастет, можно было просто наложить музычку и просто насладиться всеми этими пируэтами, которые выколачивает наш про. Ну так уж и быть. И вот последний момент, смотрите, для тех, кто не в курсе, да, вот это место, где у нас обычно скопление террористов, но мы же видим, что здесь никого нет, поэтому, блядь, на перезарядке, там, на свитче девайса и с ножичком выбегаем, да, по дефу. Садимся на жопу и жмем. Вот это вот наш про.
30 патронов, одного еле-еле убили, дальше снова садимся на жопу и получаем въебло. Вот такие вот у нас пироги, дорогие друзья.